Всем привет! Мы ведем свой репортаж с нашего локального пабликса. Сейчас посмотрим, какая там внутри обстановка, что есть, чего нет. Судя по парковке, народу много. Мы посмотрим, что будет внутри. Так, что мы видим? Две последние тележки всего лишь остались. Мы берем практически последнюю. Кое-что есть, тем не менее. Пиво, пожалуйста, имеется. Привет. О, привет! А мы тут репортаж снимаем. Что? Всего полно. Ну да, чуть-чуть вот, что пива какого-то не хватает, смотрю. А туалетная бумага? Нету туалетной бумаги. Вода есть. Ага. Ага. Так вот, что еще имеется. Сыр подобрали немножко, но тем не менее он есть. Ну, народу, да, в два раза больше, чем обычно, но тем не менее не так много. Молочка вся имеется. Хотя, смотрю, полочки немножечко стали посвободнее. Это факт. Замороженное вот тут все как бы тоже есть, в принципе. Так, что еще здесь? Да, молочку немножко подразобрали, но тем не менее она еще есть. Молоко, молоко. В принципе, молоко тоже есть. Ну, давайте возьмем молоко. Да? Не все молоко есть. Жирного нету, например. Есть вот low-fat. Никому не нужное low-fat. Ну, давайте возьмем low-fat хотя бы. И водичку мы тоже взяли. Едем дальше. Мясные изделия. Тоже. Санитайзер нет. Его нету тоже. Нету. И онлайн санитайзеров не продают. То есть, видите, как бы полочки полупустые, но тем не менее, вот, ну вот тут вот все есть. То есть какие-то сосиски, сардельки, но мы это все не берем, конечно же. Так, ну, открытки бери не хочу, в общем-то. Вот эта вся фигня тоже никому не нужна. Ну, каши. Или что, батончики есть, сиропы, а вот каши. Разобрали, ну, почти. Да, да, слушайте, но есть, как бы, если что. Пицца, которая быстро готовится. Пабликсовская. Так, значит. Сиропы, ну, это тоже особо никому не надо. Ну, так немножечко все подразобрано. Конечно, что и говорить. Хлопья, то же самое. То есть, смотрите, очередей нет, что важно. Вот что это такое? Какой-то снэк очень эксклюзивный. Вот она, полочка со всякими разными баночками. Консервами. Ну, тем не менее, все есть. Пока что. Может быть, пока что? Хлеб. Вот лепешки. Это не хлеб, это лепешки. Надо нам лепешки взять на всякий случай. Бобы различные. Бобы у меня тоже есть. Так, консервы. Ну, имеются. Все есть. Я смотрю. Да? Так. Идем дальше. Тут готовая продукция, люди стоят, но очередь небольшая. Даже готовая курица есть. Хумус, деликатесы, пожалуйста, бери, не хочу. А вот что? Во, макароны, смотрите. Сори. Вот макароны практически закончились. Вот эти что-то не берем. Давайте мы их возьмем. А, я вот эти люблю, надо их взять. Упс. Сори. Сори. It's okay. Вот, видите, все подразобрали.
Макарон не так много, но тем не менее, они есть. Как бы. Но может быть это пока. Я не знаю. Посмотрим, что будет через неделю. А, рис. Во. У нас купают гречку, здесь купают рис. Посмотрите, пустые полки, риса мало. Ну, есть только очень дорогой. Видите, дорогой рис, его как бы не покупают особо. Но он есть. Но опять же, пока есть. Что будет потом, неизвестно. Дорогой он есть. Всякие разные бобы, такое все тоже есть. Гаторейд. Разбирай, не хочу. Так, вот напитки. Напитки есть. Крекеры, в принципе, есть. Но такие есть немножко пустые полки. О, печеньки. Слушай, вот такие. О, как мы любим. Возьми. Double chocolate, мы вот такие любим. Buy one, get one free, пожалуйста. Будем в карантине сидеть, раз такое дело. Возьмем побольше. Идемте дальше. Печеньки есть в изобилии. Соки, в принципе, есть. Не сильно пустые полки. Какие-то вот подразбирают. Тем не менее. Всякие разные чаи. Что тут у нас? Конфеты. Конфеты тоже в наличии. Конфетами сыт не будешь. Чипсы есть, но немножечко не все. Вот есть промежутки пустые. Тем не менее. В принципе, есть все на сегодняшний день. Очереди небольшие. Как вы видите, но больше, чем обычно. Далее, воды. Воду добавляют, вода есть. Также есть пустые полки. Так. Идем дальше. Вот воду привезли. Вот это всякие разные вредняшки. Мясо тоже подразбирают. Смотрите, мяса нет, а вот тут оно есть. То есть как бы тут нет, тут есть. Цены как всегда, кстати. Цены не есть побольше. Вот за $14. Слушайте, подняли цены, $17. Вот это 10, в принципе, такая вырезка так и стоила. 6,99, вот эта вырезка так и стоила. Ну, то есть, цены пабликсовские, в принципе. Вот 8,99, тоже вырезка так и стоила. Все, дальше тю-тю, курица тю-тю. Вот какие-то полуфабрикаты, пожалуйста, берите. Это свинина, она тоже есть, но есть и пустые полочки, где раньше лежала курицу, всю разбирают, видите, практически только горлышки остались, или вот индейка, по-моему, осталась. А не, это что-то попробую, здоровый, индейка. Вот, кому нравятся сердечки, ну, кстати, можно взять. Ну, вот еще какие-то такие... разные мясные продукты. Да, сейчас возьму, все возьму. А, в общем, рыба есть. Ну, рыба здесь не дешевая, поэтому, вот, пожалуйста, бери, не хочу. Готовые роллы. Роллы где-то $7-8, $10 за упаковку. Снимаем хлеб. Ну, как бы он имеется в небольших количествах. Вот здесь пошли пустые полки. Раньше здесь был хлеб.
сейчас его практически не осталось. Разные булки для гамбургеров, для хот-догов. То есть хлеб есть, но его не так много. А то же самое можно сказать про заморозку. Замороженные полуфабрикаты. Они тоже имеются, но полки, тем не менее, полупустые. Ну, хотя, в принципе, всегда можно что-то выбрать из этого. Просто самые популярные продукты, конечно, они раскуплены. Можно так понять, что популярное, что нет. Вот все по акции, все раскуплено. Пиццы, пиццы есть, но не все. Алкоголь в достатке. Здесь только вино продается, другого ликера нет. Так. Хлеб. Вот, пожалуйста, такой хлеб здесь есть. Его здесь, в Пабликсе, пекут. Так что, в принципе, хлеб пока что есть. И стоит, вот он, конечно, недешево, так, около 4 долларов. А багеты есть за 3 доллара, за 2 доллара. Вот. Ну, кстати, цены тоже подросли. Здесь раньше стоило немножко подешевле. Вот такой хлеб стоил где-то 2,99, а сейчас 3,99. Торты тоже есть. Мороженое тоже есть. В общем-то, всякая разная выпечка тоже есть. Хочешь такого хлебушка взять? Это сладенький, наверное? Это сладенький хлебушек. Что думаешь, не хочешь? Хочешь ржаной сладенький хлеб? Попробуй. Лед кому надо, например. Опять же таки мороженое. Вот здесь что? Вафли. Вафли. Мороженое. А, пироги. Сок. В тот раз, когда мы приходили, сока было меньше. Раза в два сейчас, видите, доставляют. Все, в принципе, доставляют каждый день. Здесь овощи. Далее фрукты. Овощи, в принципе, тоже все есть. Пожалуйста, овощи все есть. Далее салаты, салатные листья, заправки, фрукты. Все есть. Яблоки, ягоды. Ну, это, конечно, все не первая необходимость. Но рис раскупили, кстати, да, это правда. Фрукты. Фрукты здесь есть. Овощи немножечко здесь подразобрали. Тем не менее, все равно есть. О, надо лук купить. Лук-то есть. Может, нет луков? Нет, вот он есть. Все цены здесь за паунд. А паунд это примерно около полкило. Чуть меньше. Картошка есть. Sweet potato тоже есть. А, нет, sweet potato, вот его мало. Это картошка просто белая, это красная. Брокколи бери, не хочу. Итак, вот что мы понакупили. Всего понемножку. Не поддаемся панике. Покупаем понемножку. Люди покупают воду, туалетной бумаги просто уже нет, если что, если кому интересно. Так что потираемся листочками. Итак, все вышло нам почти 70 долларов. Вот эта вся тележка. Если что-то понятно, сколько здесь еды. В общем, это все было на 70 долларов.
Все, идем домой. Всем пока. Be safe.